Привет, друзья, с вами Оксана. Сегодня в очередной раз открываем партию конвертиков с АТС-ками. Передо мной сейчас 6 конвертов, но на самом деле ко мне должны были бы прийти еще 2, но они идут из-за границы, поэтому, видимо, их еще придется подождать какое-то время. Уже включу их в следующий обзор вот этих конвертиков. А сейчас приступим. Итак, первое письмецо пришло ко мне от Инны. Хотя, наверное, не совсем первое среди всех этих писем пришло. В общем, я так показываю, как легло, как говорится. А с Инной мы обменялись впервые. И вот что мне пришло. Здесь был конвертик в конвертике. В общем, наверное, так, для большей сохранности Инна так в конвертик сделала. Вот что же здесь было. Здесь был пакетик чая зеленый с мелиссой. Такой чай в нашей семье часто пьем, мы, я и сыновья, так что спасибо большое. А вот такие вот, ну, такой вот кусочек, типа, как скраб-бумаги. Вот такая вот вырезочка, типа, ну, как, я тоже думаю, скраб-бумаги или что-то в этом роде, потому что довольно-таки плотная на английском языке. Вот такие вот кусочки из, ну, нот, в общем, тоже у меня в семье музыкой никто не занимается, поэтому этого в нашей семье нету. Вот такая миленькая салфеточка, причем она такая, как бы, вроде как... А, просто их несколько здесь. Довольно такая плотная, как будто не бумажная, а именно из какого-то такого интересного материала. А здесь вот такой тоже открытка с видами города, я так думаю, что Тюмень, потому что это Инна из Тюмени. Да, ой, город Тюмень, июнь 2016-го. Оксане от Ситниковой Инны. Спасибо большое, Инна, за такую чудесную открытку и за все вот то, что ты прислала. И вот сама АТС-очка. Серия «Цветущая симфония», вторая из 6. Вот такая красота. Очень мне нравится то, что у Инны АТС-очка посажена на такой плотный картон. Она вот на самом деле так надежно, прям вот, как это, по ощущениям, прям такая все плотненькая. Вот, это очень классно, мне такие АТС-ки всегда очень-очень нравятся. Инна, большое-большое спасибо и за АТС-очку чудесную, и за твои подарочки. Было очень приятно обменяться с тобой. И, ну, думаю, что, конечно же, не в последний раз, потому что обмен такое захватывающее занятие. Следующее письмо пришло ко мне от девочки Насти. Она конверт, по всей видимости, сделала сама. Ну, как бы, не знаю, как тут, чтобы не показывать адреса. Вот так вот его украсила. Спасибо большое, Настя. Написала мне письмецо, за что тоже огромное спасибо. И вот что она мне вложила. Настя, ну вот очень-очень хотела со мной обменяться, поэтому я не смогла ей отказать, скажем так. В общем, вот что она мне прислала. Вот такой кусочек красивого такого кружева, таким красивым краем. Вот такой вот кусочек такой сеточки, тоже куда-нибудь можно обязательно применить. Дальше вот такие вот листочки какой-то вот такой интересной бумаги. Я даже не знаю, что это. У нее такая текстура здесь ощущается, такая она, в общем, какая-то немножечко как бархатистая. Очень интересные такие кусочки. Вот такие вот бабочки. Видно, что Настя вырезала их сама. Спасибо за старание. Такие вот кусочки цветных ниточек. И сама АТС-ка. Настя, на самом деле, еще, в общем, ребенок, поэтому АТС-очка у нее такая, в общем, какая получилась, такая есть. Немножечко криво вырезанная и так далее. Называется «Шитье ткани», серия... Карточка третья. Обменялась я с Настей, наверное, только потому, с какой энергией она ко мне обратилась со всем вот этим. А в общем, ну, как это, иногда надо поддержать человека. Конечно, да, АТС-очка вырезана не совсем ровно, но, в общем, Настя сказала, что будет стараться, будет совершенствоваться в этом деле. Так что я надеюсь, что именно так и будет. Спасибо большое, Настя, за твою АТС-очку, за твои подарочки, за твое письмо. Мне было очень приятно получить, почитать. Спасибо большое. Следующее письмо пришло ко мне от девочки Ксюши. С ней мы тоже обменивались впервые. Здесь, на самом деле, она послала вот это вот свое письмецо не просто письмом, не заказным письмом, а посылкой. Я просто, конечно, была в шоке от такого. Но это, конечно, да, почта умеет взять, как говорится, там, где и не стоило бы. В общем, все было перемотано вот бечевочкой, и все вот было упаковано вот таким вот образом, в такой вот отрезок, ну, как бы, как ткань какая-то такая,
как ее назвать, я не знаю. Она вот тут, к сожалению, посередине порезана. Но я думаю, что и таким образом я ее смогу применить. Спасибо большое, очень красивая. И кроме того, был пакетик со всякими нужными маленькими штучками. Вот такая вот такой моточек такой шерстяной нитки. Она такая вообще на самом деле плотная довольно-таки, очень интересная. Вот такой вот отрезочек, как она называется? Хлопковая тесьма, наверное, называется. В общем, такая хлопковая ленточка. Спасибо большое. А здесь мешочек, вот это я пока отложу. Здесь мешочек тоже со всякими вкусностями. Ну-ка, давайте заглянем. Вот такие вот замечательные бабочки. Ну, как, отштамповка? Нет, не отштамповка, а дракольность, в общем, да, из дракола. А вот еще тут такая же бабочка. Вот немножечко другая бабочка тоже, видимо, какой-то дракол. Так, вот такие отштамповочки с днем рождения разных цветов. Цветочки разные такие, вот как типа вырубки, наверное, не знаю, как назвать. Вот тут какая-то, не знаю, насекомое какое-то. Такая вот божья коровочка. Тут вот такой бантик интересный. Два таких цветочка, они, к сожалению, немножко помялись, но, в принципе, они бумажные, поэтому их подрасправить, я думаю, возможно вполне. Дальше вот такой вот намоточка какая-то. Это, я думаю, как типа такая наклейки, такая плотная довольно-таки лента. То есть и скотчем-то ее трудно назвать, потому что она довольно плотная. Потому что декоративный скотч, он обычно гораздо более тонкий. То есть такая тоже необычная лента. А, вот, кстати говоря, еще такой вот братц, такой ярко-красный. И сама АТС-очка была таким вот образом украшена, упакована в салфеточку. Здесь еще также «Оксана, спасибо за обмен» такая вот карточка. Очень красиво, кстати говоря, сделана с таким оформлением. И вот она сама АТС-очка. «Август. Терешкова Ксения». Календарь, серия календарь, карточка август, 8 из 12. Вот такая красота. Как вы помните, у меня тоже на самом деле календарная серия была, поэтому мы так с Ксюшей, получается, обменялись такими вот календарными сериями, календарными карточками. Здесь получается такое кружево, тут тоже какая-то такая тканевая подложечка и карточка с названием месяца. И все это прикреплено братцам. Очень мило смотрится, очень красивая такая. Какой-то даже немножечко винтажный стиль можно это назвать. Хотя я в стилях так себе не особо разбираюсь. Но мне нравится. Ксюша, большое спасибо за обмен, за такую чудесную АТС-ку, за все подарочки. Мне было приятно обменяться с тобой. И, ну, конечно, будет не в последний раз, я думаю. Следующее письмецо пришло ко мне от Тани. С Таней мы тоже обменивались впервые. Сегодня у меня много очень писем тех, с кем мы обменивались впервые. И вот что здесь было в ее конвертике. Такой вот тоже мешочек с разными вырубными такими штучками. Такая вот бабочка, такие вот всякие сердечки. Такая вот типа подложка под надпись, может быть, так ее назвать. Такие всякие листики. Вот еще бабочка, птичка. Это, я думаю, что может быть даже как типа в этом, в бигшоте вырезано. Я, короче, толком не разбираюсь в этом, как это делается. Вообще шикарный цветочек. Бабочка. Вот сколько у меня тут всяких бабочек. Цветочек. Вот какой милый ежичек. Еще один. Снежинки. В общем, красота. И вот такой милый тежик. Да, тут еще такое, типа, есть рамочка у этого тежика. Поэтому я думаю, что, наверное, что-то вроде как бигшота, хотя могу ошибаться. Вот такая вот карточка в таком винтажном, видимо, стиле. Такие детки стоят. И тут какая-то вот типа надпись. Тоже интересная, куда-нибудь потом обязательно применим. Вот такой вот листик, оно типа как картон, но при этом вот с такой вот текстурой, с такими кружочками. Я все время забываю, как это называется. В общем, с таким вот тиснением, вот, наверное, правильно как сказать. Очень классная, такого яркого синего цвета. Обязательно куда-нибудь найдем применить. Вот такая вот шикарная тканюшечка. Тут отрезочек небольшой, но, в принципе, для обложечки, для какой-либо, очень классно пригодится. Тем более, что я, в общем,
уже нашла, куда мне их применять, обязательно применю. Дальше такой вот конвертичек с АТС-очкой «Счастье в умении радоваться простым вещам», такая отштамповочка, и сзади «Спасибо за обмен». Большое спасибо за обмен тоже. Вот она сама АТС-очка, очень-очень красивая, «Летела бабочка» называется она, третья из четырех. Вот такая красота. Здесь получается, там, то есть, такая же, ну, как типа вот этого картона, только вот такого светло-зеленого цвета, подложечка, и потом вот эта вот картинка с бабочками, она немножечко как бы, ну, на вспененном скотче, и здесь всякая красота еще сверху. Плюс вот сами бабочки покрыты типа как, наверное, глосси акцентом или что-то в этом роде. Очень красиво, мне очень нравится, я очень рада, что такая АТС-очка пополнит мою коллекцию. Таня, мне очень было приятно с тобой обменяться, и надеюсь, что это не в последний раз. Спасибо большое. Еще один конвертик. Пришел ко мне он от Оли, с ним мы тоже обменивались впервые. Итак, вот что же здесь в нем было. Много всякой красоты. Здесь были такие вот листочки. Это типа как заготовка под открытку. Я думаю, потому что здесь есть такая вот типа, как правильно сказать, в общем, линия для сгиба. И вот такая же розовая, очень такого приятного розового цвета. Такие красивые штучки. Вот такой вот листочек, типа как скраб-бумаги. Ну, может быть, он такой толщины немножечко меньше, чем обычно скраб-бумага, но очень красивый. Вообще с удовольствием куда-то его применю. Очень такой яркий, насыщенный. Мешочек с такой вот красотой. Тоже здесь такая вот сеточка, такая зеленая с... как они называются, с блесточками. Очень интересная. Большое спасибо, Оля. Вот сколько я тут насыпала блесток сюда. Дальше мешочек со всякими вкусностями. Вот такая вот птичка из какого-то интересного материала. Типа, может быть, это как жидкий пластик, я не знаю, может быть. Такие очень красивые листочки, просто шикарные. А такие деревянные пуговки разнообразные. И вот такие разного размера тоже еще пуговки. Такого мятного цвета, очень красивый. И вот сама АТС-очка. АТС-ка у Оли просто космическая. Как только, когда возьмешь ее в руки, понимаешь, насколько она вообще очень интересная и классно сделана. Потому что, когда она была просто на фотографии, вот этих всех прозрачных краев, я, конечно же, не видела. То есть, сделана она на такой, типа, как пленочке. Вот если листик я подкладываю, видно, что вот эти вот места прозрачные. А здесь знак рыбы. Тут покрыто чем-то, каким-то вот именно блестками какими-то, и вот такая внутренняя часть, как раз чтобы сюда вставить вот это, плюс вот эти всякие стразики. А может, тут так я должна была смотреть, что-то я не знаю. Так, Волковой Ольги, серия Зодиак, 12 из 12. На самом деле мой знак Овен, но он уже был занят. Я решила, что все равно с новыми людьми обмениваться классно, и я выбрала рыб. Это знак зодиака моего младшего сына. Оля, спасибо за чудесную АТС-ку, за то, как она классно сделана, такая интересная идея. Я таких идей еще не видела. Спасибо большое за возможность поучиться, так скажем, у тебя. За все чудесные подарочки. Надеюсь, что не в последний раз. Спасибо. И самое последнее письмо в сегодняшней компании писем пришло ко мне от Оксаны. С Оксаной мы уже обменивались, то есть, по сути, это единственное письмо, с кем мы уже обменивались, все остальные это с кем мы еще не обменивались. Очень интересно мне сегодня подборочка. Такой вот интересный чай. Она мне вложила чай черный с зеленым, с ароматом бергамота. Я такого не видела даже. Очень интересно попробовать. Спасибо за возможность такую, Оксан. Вот такие классные бантички. Разных цветов. Вообще очень классные. Спасибо большое. АТС-очку пока откладываю. А дальше здесь получаются такие карточки для альбома Project Life. Очень классно. Спасибо большое, Оксан. Ты как луна манишь. А с тобой хоть на луну. Такая лунная тема. Очень красивые карточки. Большое-большое спасибо. Обязательно применю их в своем альбоме Project Life. Спасибо. Здесь также она мне вложила несколько листочков скраб-бумаги 15 на 15 из какой-то вот одной, одного набора, потому что они все вот в такой одной тональности примерно, на такую тематику, какую-то лесная жизнь. Спасибо большое, Оксана. Дальше здесь вот такой вот наборчик эпоксидных, наверное, наклеек или как-то, я не знаю, как они называются.
Ну да, эпоксидные наклейки. Набор эпоксидных наклеек «Фантазия». С такими вот совушкой. Хороший день, счастье. Очень красивые, очень классно. Я с удовольствием их применю. Наверное, может быть, в альбоме Project Life или еще в каком-нибудь проекте. У меня теперь с проектов всяких сколько только нету. А вот такая вот интересная бумажка. Они такие тоненькие. Что-то подобное я уже припоминаю. Мне присылали, надо поискать. Но там были плотные бумажки, я вот вспоминаю. Thinking of you, думая о тебе. И вот такая типа как обратная сторона карты своего рода смотрится. Очень интересные листочки, куда-то я их обязательно применю со временем. Вот такая вот, это я думаю, что может быть наклейки. Да, это похоже, что наклейки. В мечтах лишь море. Мечты сбываются. Такие типа как отрывные, как билетики своего рода, с разными такими дизайнами, в общем-то, на морскую такую тему. Такой вот классный, красивый, длинный конвертик. У него вход вот именно в конвертик сам вот здесь, с этой стороны. Кому от кого, живи мечтой. Очень красивый, очень вообще классный. Конвертики я всегда обязательно прикладываю куда-нибудь. И вот тут вот такой вообще тоже шикарный конвертик, сладкие мгновения. Очень классный. Оксаночка, спасибо за обмен. Оксаночка, спасибо и тебе тоже. Вот такой шикарный котейка тут ко мне пришел. Так, Александрова Оксана, влюбленный кот. Карточка первая из двух. Вот такой вот милашка-котик. А здесь получается листочек еще и с каким-то таким вот дракольностью. Это я раньше не видела, даже сейчас только заметила. В общем, котейка очень-очень милый. И тут всякие такие классные оформления вокруг него. Очень такой милаха, мне очень нравится. Будет таким классным дополнением моей коллекции. Оксан, большое-большое спасибо за такую классную АТС-ку и за все подарки, которые мне прислала. В общем, ты меня балуешь-балуешь каждый раз. Большое тебе спасибо. И вот они, мои красавицы, которые сегодня прибавились в мою коллекцию АТС-ок. Очень мне нравится. Спасибо большое, девушки, за ваши старания, за то, что вы обменялись со мной. Мне было безумно приятно обменяться, мне было очень приятно получить ваши письма и вот увидеть, какая красота ко мне пришла. За все ваши подарочки большое спасибо. Для тех, кто еще не понял, что такое АТС-обмен, что такое АТС-ки, под видео оставлю ссылочку на свое видео, что такое АТС-обмен, где можно будет узнать поподробнее, как вообще карточки делаются, какие есть критерии к их созданию. Кроме того, приглашаю вас еще раз в группу ВКонтакте «Мой ежедневник планирую со мной». Там я создала альбом АТС-обмены, куда можно выкладывать свои серии АТС-ок для обмена. Для того, чтобы те, кто ищут, те, кто впервые делают АТС-ки, могли обмениваться. Надеюсь, что это кому-то пригодится. Спасибо большое всем, кто ко мне, чьи АТС-ки ко мне сегодня прилетели, вернее, прилетели какое-то время назад, которые я сегодня показываю. Большое спасибо за ваши классные АТС-ки, за то, что даете, как говорится, мне вдохновение для будущих моих работ. Спасибо вам большое. И спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Как всегда, вы самые классные. Если вам понравилось это видео, не забывайте ему поставить лайки, подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс. Пишите свои комментарии. Новое видео совсем скоро. Пока-пока!